А это наша девочка Чарушка. После стерилизации, после операции, мы сейчас с ней вышли гулять. Ну, первые 3 дня, конечно, было тяжело, потому что операция тоже была тяжелой. У нее там и опухоли вырезали. Вот. И кутенок у нее там в матке застрял. Ну и сейчас у нас Чарушка, она, ну, видите, уже бегает, кушает сейчас. Сегодня катетер будем снимать ей. Не нужен он уже ей. Ну, потихоньку восстанавливается, потихоньку. Конечно, помимо всего этого, нам еще надо обязательно закупать сейчас препараты глистогонные. Надо уже заниматься собаками вольерными, глистогонить и вакцинировать. Это обязательно надо делать. Сейчас вроде бы погода позволяет, тепло. Поэтому не стоим на месте, работаем, делаем.